В минувшую субботу в Тюмени состоялось прощание с 8-летней школьницей Настей. Проститься с девочкой пришли сотни людей. Это родственники и близкие, волонтеры, которые принимали участие в поисках ребенка, а также просто неравнодушные жители. Несли цветы, венки и мягкие игрушки. Многим было сложно сдерживать слезы. Горе объединяет людей, детей чужих не бывает. Мне бы совесть не позволила сегодня остаться дома, не проститься с ней. У меня вот племянницам столько же лет, вот я решила прийти проводить ее. Траурный зал пустили лишь ограниченное количество людей, поэтому очередь начиналась на улице. После прощания девочку похоронили на Червишевском кладбище рядом с ее дядей. Мы приносим соболезнования родным и близким малышке.